Мы открываем второй бутик за 5 месяцев. И это может показаться необычным, ведь многим кажется, что момент сейчас не лучший. Но для меня Москва – это одна из мировых столиц, как Лондон, Париж, Нью-Йорк, Токио или Шанхай, с прекрасными традициями в искусстве архитектуры, ювелирного дела. Достаточно отправиться в Кремль, чтобы увидеть одну из самых грандиозных ювелирных коллекций в мире. Это очень-очень красивый, роскошный бренд. Я ношу их часы и очки, и я очень горжусь тем, что являюсь частью семьи, семьи Bulgari. Это прекрасное мероприятие, которое означает две вещи. Первое, я получаю возможность открыть магазин Bulgari, это само по себе потрясающе. Кроме того, у меня есть возможность впервые побывать в Москве. Россия славится своими прекрасными драгоценными камнями, бриллиантами и золотом. И Bulgari также славится ими. Поэтому я считаю, что связь, взаимоотношения между ними, безусловно, дополняют друг друга. Этот магазин на Петровке великолепен. И для меня, как для дизайнера часов Bulgari, Москва – это прекрасный источник вдохновения благодаря разнообразию архитектурных элементов и цветовой палитре. Так что открытие нового бутика – это новые возможности. И, надеюсь, москвичи, так же как я, наслаждаются сегодняшним мероприятием. Взгляните на этот дворец, где мы сегодня проводим ужин. Я знаю, что нахожусь в Москве, но вообразим, что я потерял память, и тогда я легко мог бы решить, что оказался в Риме. От неоклассицизма до барокко повсеместно обнаруживается сходство между итальянской и русской культурами. И благодаря этому Bulgari идеально отвечает русскому утонченному вкусу. Мне очень нравятся эти украшения, потому что они стильные, они современные, они с историей. Поэтому, может быть, эта марка очень широко пользуется любовью у нас в стране.